А в течение 3 дней выйдет на торги вот такой опрыскиватель, ребят. Я не знаю, что с ним произошло. То ли его перевозили и попали в аварию, скорее всего. То ли кто-то на нем работал и попал в аварию. Мне пока непонятно. Походу, скорее всего, перевозили, потому что вот эта штанга сложенная. В общем, удар пришелся, смотрите, вот сюда в штангу. Оно его так припечатало, что аж поручни. Смотрите, как завалились поручни. В общем, сюда зайти, не зайти, не выйти, получается. Водительская дверь зажата. Что тут за мотор? Ну, это чисто, я считаю, под этот, под запчасти. Не знаю, пользуются у нас там в Украине такими агрегатами, напишите, или нет. Под запчасти, мне кажется, то, что надо. Можно купить его задешево будет. Ну, как задешево? По цене мотора вот этого. Я думаю, его можно будет взять. Что это у нас за мотор? Мне не видно. Я не дотягиваюсь, а вам видно. Что там за мотор? Читайте. Смотрите. Турбинка. Роу-гатор. Роу-гатор какой-то, ребята. В Америке они пользуются спросом. Эта штанга вроде бы целенькая. Да, она не пострадала, она целая. Колесо. Колесо, вот оно, новое. Резина. Здесь резина спущенная. Так, здесь у нас получается крепление оторвано. Вот, смотрите. Вот такой удар был сильнейший. Подушки трындец. Суппорт вроде бы сухой. Ну, в общем, под ремонт. Это я положу сюда. Это от него колесо, колесо накачанное. Здесь какие-то чемоданы с ним идут. Не знаю, что в этих чемоданах. Сейчас с вами проверим. Подписано. Мне кажется, это насадки. Ну да. Пожалуйста, вот он, насадочки. Хотя на нем насадки есть. Все. Смотрите, вот. Все насадки есть. Распилители. Это новые. Вот, пожалуйста. Это тоже будет идти с ним. Все. Они, кстати, не дешевые, эти насадки. Смотрите, еще одна. Какие-то запчасти. Сейчас с вами, короче, посмотрим. Там насадки какие-то. Смотрим, что тут с ним идет. В общем, открываем. Пожалуйста, насадки красные под номером ULD12004. Такие насадки. Это мы смотрели, кажется, да? Да, эти мы смотрели. В общем, всякие расходники для этого опрыскивателя. Тут новые прям. Тоже новая. Вот эта вся штука идет. Получается. И какой-то здесь компьютер. Посмотрим с вами. Он запечатан, прям новый. От катерпиллера. Получается, мотор это катерпиллеровский, походу. Какая-то здесь безделушка, деталька запечатанная. Вот ее номер. Не буду я ее открывать. Потом я это все сложу. Стекло разбито здесь почему-то. Скорее всего, значит, кто-то был внутри. Бак чуть-чуть гнутый.
здесь вместе. Дизельный бак. Не, вот дизельный, а вот это блю, кажется, да? Это дизель. 13-й год, здесь, кажется, блю еще не было, если я не ошибаюсь. В общем, колеса задние спущены. Я думаю, при транспортировке их спустили. Фильтра. В общем, кто хочет побороться за него, пишите нам. Мы его вам приобретем. Если нужно, разберем в контейнер и отправим. Или целиком отправим. Не знаю, как вам там надо будет. Так и сделаем. Жопа вся целая. Вот весь удар, получается, пришелся. Кто-то здесь уже лазил тоже. Оно даже и не закрывается что-то. Должно закрыться. Вот так вот. Здесь у него аккумулятор, оказывается, подключать можно. А, он все-таки есть, да, у него DF. Вот. DF — это дизель. Бак. Вот такой ударчик, в общем, произошел. Здесь трещина. Уйдет на ставках, честно, не знаю даже сколько. Ну, по цене мотора точно. По цене мотора уйдет. Это RG1100. Сейчас попробуем его подключить. Стартануть попробуем. А потом соберем все обратно и поедем дальше по делам. Так, вот так мы сейчас сделаем. Включился. Так, вроде включился. Включен. Сейчас мы зайдем с той стороны и попробуем. Насадочки все есть. Зеркало треснутое. Лобовуха треснутая. Вот, как будто кто-то бился изнутри, хотел вылезти. Бил лобовое. Не мог выйти. Не мог разбить. Потом разбили вот это. И вылезли. Типа. Так, он живой. Тут экраны. Он живой. 3400 моточасов. Не стартует. Или он... С поворотником он почему-то. Больше полбака солярки у него. В общем, не хочет он реагировать. Не так. В общем, не знаю, честно, что нажимать тут. В общем, пробуем. Я уже залез сюда прям. Не хватает электроэнергии, но мотор заведется. В общем, вот такой интересный опрыскиватель, ребят, под запчасти. Или под восстановление, не знаю. Пишите, звоните. Сыграем вам его, если вам надо. С рулеткой. И с калькулятором. И еще одним калькулятором.
и с вот такими плоскогубцами. Все, народ. Всем на связи. Ждем заказов. Рады будем. Будем вам помочь. Движок 100% рабочий. И я пошел через черный ход на выход.